Приехал на обед, немножко отдохнул, свет выключили, не знаю даже, который час, вот часы показывают, ноль. И получается, что сегодня первый день остатка моей жизни. Ну что, надо вставать, идти. Книжечку почитаю. Света нету. Видите, пылесос встал, все, вырубилось. Пойду что-нибудь почитаю. Опаньки. А тут что-то у меня пусто. Куда книги подевались? Вот это все было полное. Вот это все было полное. В два ряда. Ой. Ну да, интересно. Куда мои книженцы подевались? Пойду искать. Да и, кстати, вообще тишина, никого нету. Виктории нет. А-а-а, вот она. Чё? Вот она, Диоша. Жизнь, любовь и смех. Оказывается, вот у меня тут кто книжки ворует. Но тут не только мои книжки. Тут еще вот и Некрасов помогает. Видите, как книги помогают выращивание рассады. Кто-нибудь, если рассаду сажал, наверное, прибегал к помощи книг. А если нет, то вот рекомендую. Видите, какой оригинальный метод. А тут у Виктории все растет, гляньте. Что-то такое все. И все с двумя листиками. Что-то вообще тут прям, а? Она молчит мне, не говорит ничего. А книжечки мои? Вон они где. Ага, значит, понятно. Понятно, куда что девается. Ага. Тихорька, я пока спала, она все книжечки утащила у меня. А, тут вон и окошки все заняты. Тут что-то вообще нету ничего, должно взойти. А здесь привод. Ух ты. Короче, и вон там все окно, и вон еще большой листик. Короче, она мне не только шить может, знаете. И даже что-то вот у нее тут. Не знаю, а где же? Смотрите, нету ни Марсика, ни Мирки, никого. Нигде нету. Вот тут они есть, а там их ни на веранде нету, ни на порожках, нигде. Тишина. Пойду искать. Бей не буду. Тут нету. Марсик, Мира, Лирик. А где это они? Чарлик, куда они пошли? Марсик, Лирик. И Вики нету. Вот стоило на полчасика дремцануть, и все поубегали из дома. А сегодня день такой хороший. Маленький ветерочек небольшой, но очень тепло. Пойду в сад, посмотрю. Вот цветочки у нас тут. Смотрите, гиацинтик. Вот он, красавчик. Так. Калитка-то открыта, поэтому я и пошел сюда. Думаю, а где они? Марсик, Мира, Лирик. Никого. Пустой сад. Тишина. Загадка. Ага. Вон что-то черненькое вижу. Что-то черненькое виднеется вдалеке. Пойду на это пятнышко черненькое. Вот она вся команда где. Вот она команда. И Лирик вон там. И Виктория что-то делает.
тихоря, значит, от меня ушла и сажает, наверное, свою рассаду. Но я не буду близко подходить. Я так издалека. Она меня не видит. Сейчас. Съемки скрытой камерой. Вот они, вот где лирик. Вот, я вышел. Раз и зашел. Лирик, пусти его. Увидела. Мирка, ну вам, увидела. Мирка, пусти. А вы убежали, я вас искал, искал. Где вы там? А вы вон где. Марсюнчик, что ты там делаешь? А, иди сюда. Что вы тут сажаете? А меня что не разбудили? Марсюн, меня-то можно было разбудить? Я на полчасика прилег отдохнуть, а и вы смылись. И что-то там вон делает. Что ты там делаешь? Продовольственную программу, да? Да. Я думал, ты только шить умеешь. И вышивать. А ты еще что-то там... На окне там у тебя что-то нашел. Книги мои кто-то поворовал. Встал, хотел книжечку почитать. А они все под окошком. Книжки. Потом кинулся. Не только книжек нету, но и собачек нету. А ты что извиваешься? Погода хорошая, тепло. Лирик, балдеешь? Балдеешь. Да сам бы так лег. Только некуда. Трава еще мелкая. В общем, что-то она там делает. Не буду смущать. Не любит, когда снимают. Без предупреждения. Еще и лопата в руках. Не буду рисковать. Пойду назад. Марсюн, пойдем со мной. Чего мне дома одному скучно? Все поубегали, а я там один. Книжек нету. Позабирали. Пошли, Марсюнчик. Пойдем, Лерочек. Тебе помощники нужны или забрать? Не мешают. Не мешает? Че, останетесь тут? Леро, останешься? Ну, судя по хвосту, как ты им не машешь, что останешься. У тебя нет активности, значит, будешь тут. А ты, Мирка, останешься или пойдешь? А ты, Марсюнчик, чего спрятался в сосенках? Что ты там? Иди сюда. Куда ты ушел? Марсюнчик. Не, они не пойдут со мной. Им тут лучше. Им тут лучше. Где хозяйка, там и они.